200 новых, а главное, законных парковочных мест должны появиться в городе до конца лета. В Реутове начали строительство специальных, так называемых, карманов. Правда, работа эта непростая. Перед началом строительства коммунальщикам приходится тщательно исследовать территорию. Владислав Момот узнал, где в городе можно будет законно припарковать автомобиль и на каком этапе работы сейчас. Работы, во-первых, были сделаны в кратчайшие сроки. Качество асфальта считаем удовлетворительным. Представитель транспортного отдела Михаил Объедков лично инспектирует, как подрядчики сделали первый в городе парковочный карман. Всего в этом году таких должно быть несколько. Раньше машины у 22-го дома по улице Победы парковались где и как угодно. Коммунальщики не могли убирать снег, да и дорога для проезда становилась уже. По поручению Сергея Геннадьевича Юрова мы разработали программу по дополнительному устройству парковочных карманов. Вот. На сегодняшний момент мы приступили вот на улице Победы. Далее мы планируем работы по следующим улицам. Это Юбилейный проспект, это улица Лесная, это улица Ашхабадская. 60 миллионов рублей. Столько в этом году выделили на ремонт городских дорог и обустройство новых парковочных мест. Новые парковочные карманы появятся скоро и здесь, на улице Строителей, у этих многоэтажек. Сколько машин здесь могут разместиться, пока сказать трудно. Коммунальщики должны провести тщательное обследование всех коммуникаций. Ну а пока, как мы видим, автомобили стоят на тротуаре. Работы масштабные. Нужно полностью вскрыть дорожное покрытие, понять, в какую сторону расширяться и вообще возможно ли это. Потому и нужен анализ. Здесь на Строителей обследовать придется около 100 метров территории. Если потребуется, то часть коммуникаций будет перенесена. Нужно понять, что там есть внизу, то есть какие коммуникации есть, связь либо есть, нет, есть электрика. Вот. И поэтому будем определяться. А это уже Южный Реутов, улица Академика Челомея. Здесь новую парковку сделают вдоль забора колледжа «Энергия». Тут газон уже давно не газон, а стихийная парковка. Штрафы не действуют, а восстанавливать зеленые территории слишком затратно. Потому из этой зоны решили сделать уже законную стоянку. Деревья обещают сохранить. Все работы должны завершить до конца лета. Тогда, обещают коммунальщики, в Реутове легальных парковочных мест станет на 200 больше. Владислав Момот, Евгений Пуговкин для РТВ.